Ну да, все, всем привет, с вами Иван, это канал Digital World, Тимон здесь, канал Тимон и Пумба. Всегда тут, всегда с вами, да. Привет. Куда же он без меня? Он же без меня не может. Да, конечно, конечно. Да. Вот. Ну, у нас Resident Evil 5, на 1960-е года. Как нам говорит экран? Болото. 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 Он за рулем, я за автоматом. Чё-то как-то, мне кажется, нам все-таки надо поменяться. Как помнишь, мы тогда упарывались на болоте? Менялись. Мы с Джилл охотились за человеком по имени Альберт Уэскер. Блин, я хочу себе вот эту DLC, Уэскер. Он был одним из руководителей корпорации Umbrella и главой подразделения Stars. Явно встретился с ним после инцидента в Ракон-Сити на острове Рокфорд. С тех самых пор мы пытались его выследить. Пару лет назад надежный источник слил нам инфу о местонахождении основателя корпорации Umbrella, Азвелла Спенсера. Мы нанесли ему визит в надежде, что он выведет нас на Вескера. Бада-бум! Знаешь, мне кажется, что вот эта вот напарница его, это и есть эта баба в черном плаще и все это. Не знаю, вряд ли. Она же... Просто у меня такое ощущение. Ну я в этом не уверен. Видишь, ее труп не был найден. Ну она выпала из окна, да, труп не был найден. Но мне кажется, может, одни эксперименты ставили. Вот и тоже. Потому что, если я не ошибаюсь, в фильме была Джилл Валентайн, и она была, ты знаешь, с пауком-то Красной Королевой. Там. По-моему, так она была. Блин, да прикинь, вколол себе вирус. Какой терминатор стал. Он единственный, кому, кстати, повезло. Все-то, знаешь, превращаются там в всяких разных, там, мух и всякая фигня. А вот он просто прокачался. Не только он. Вспомним фильм. Фильм. Ну фильм, да, туфту-то эту, да, я помню, да, молоко Еловича тоже прокачалось, да, я помню. Просто не будем рекламировать это, мало ли что. Нет. Сейчас тащит, смотри. Давайте с этим покончим. Давай. Ну и по сути. Ну вот нет, с другой стороны, как она могла выжить с такой высоты, смотри. Опять же. Фиг его знает. Труп Джилл так и не был найден, но ее считали погибшей. Женщина, чье фото я видел в файле, на нее очень похоже. Я обязан выяснить, жива ли. Вы двое были близки? Очень. Мы были партнерами. А как насчет тебя? Как ты оказался в BSA? Просто. Мои родители постарались, короче. Когда я была еще ребенком. Umbrella? Да. И позже я узнала, что несчастье случайно было. Несчастный случай был. Да я не умею читать быстрыми начинать. Фига тут. Ребят, просто. Это реально. Если вам нужно, вы прочитайте сами, я думаю. Вы же учились лучше, чем я. В школе. Yeah. Сейчас все ответят. Поэтому вошла в BSA. Какие упоротые звуки? Ну, это спорный вопрос. No superhero. Хватит. We can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Это да. Hang on. Сейчас как поверну? А, не. Это короче. Ну чё? Тебе нужен кривой стрелок или кривой водила? Решай. Так. Не знаю, давай лучше я поведу. Так, ну ладно. Глава 3.1, болота. Я помню болота. Кстати, болота это единственная глава, которую мы прошли за кадром. Больше мы ничего не проходили, поэтому, ребят... А, бегать же на shift можно, точно. Я забыл. F осмотреть. Ну давай смотрим. Труп агента BSA. Мы ее не полностью дошли. Так, на КПК нет рапорт. По данным миссии на сегодняшний момент представляется, что большая часть группы Дельта была уничтожена с момента их запроса. Поищи там пока что-нибудь. Я уже ищу. Один из маяков все еще передает активный сигнал, поэтому отправились на перехват своих выживших. Пока мы были в пути, сигнал маяка прекратился. Судя по последним координатам, маяк прямо перед нашим текущим расположением. Сейчас наш путь преграждает задраенная дверь, так что проникновение может быть затруднено. Конец рапорта. Понятно. Произошла, короче, полнейшая жопа.
и наши ребята огребли. Так, ну все, я пошел за руль. А что, все нашел, что ли? Ты все обыскал уже? Да, уже здесь все уже. А, ну тут, видите, красиво, тут деревня, аборигены должны были быть, но их что-то нет. Иди себе, абориген. Ну давай, поехали. Ща, поменяться. Не, не будем меняться. А, погоди, я же должен этот... Чисто, я-то думал, здесь пулемет есть. V, Shift, Turbo, давай, погнали. Я не помню, куда ехать. Ты карту-то открой. Я забыл, что у нас карта есть. На М. Я хочу вот сюда сначала. Без карты. Нам малость не сюда, ну ладно. Ну почему? Нам именно сюда. Нам не сюда, ну, ладно, не суть. Ладно, давай, прям куда нам нас отправляют, как увидел. Карту открой, ё-моё. Да, открыл уже. Открыл уже, молодец. Я просто помню, что тут будет, поэтому я готов. Крокодайлы? Ну, нахрена ты спойлеришь, а? Вы что за человек? Эй! Чуть-чуть криворук, косожоп, ладно. Так. Как бы не так, да? Так, ты сразу смотри и поверху, по всему тут бриллиантов много должно быть. А, для прокачки-то точно вставить пластину. Так, контр точка. Карта пластин. Карта пластин получена. А, вон где пластин находится, типа. А, ну а, да, нам можно было ехать туда, куда ты хотел. Да, нам можно было ехать туда, куда... А мы были на дальней или на... Какой мы были? Я все помню, давай садись. Ладно, давай, поехали. Я привезу. Такси, такси, хочу в такси. Так, сначала давай вон туда, на тот крестик было. Подходи, там. У меня есть. Ясно. Слушай, я пистолет, наверное, прокачал, он просто выглядит круто. Я не знаю, как он по мощности, но выглядит он круто. Посмотрим, как по мощности. Может, я зря тут прокачанный продал? Дрифт! Давай. Так, мы у дальней были вроде. Или не были. Ну ладно, сейчас проверим. Я знаю, куда надо, так что давай. У меня тут все. Так. Все, даже щиты бей. Тут щитов, я в курсе. Бриллианты падают. Так, а сейчас... Вон я уже вижу. Это бриллиант. О, автоматные патроны надо, нет? Надо. Подожди, я там бриллиант подбери. Это бриллиант, во. Так, ну все, ты подобрал. Молодец. Так, вот это тоже сбиваем. Вот пистолетные патроны. Кстати, на тебе еще патронов. Стой, не шевелись. Не шевехайся, да. Не шелохаюсь. Так, все вроде так. Ну, так, подожди, тут рапорт какой-то или документ. Рукопашный бой. А. Так, ну да. Это показывает, что нам типа можно бить, типа все такое обучение. Да, биты, триты, фрели, мадам. Самое интересное, они обучать нас стали в середине игры. Молодцы, что нет. Третья глава уже, они... автоматные патроны. Где? У меня... А ты где? А я здесь. Сейчас мы опять упоримся ведь. Надо еще перезарядиться. Так. О, картечь. Патронов. Нужно еще. Так, в домик надо скатить. Само собой. Так, в маске ничего нету. Никаких брюлинтов, брюликов. Ядок не помню вообще. Я помню, что был трэш, который мы просто долго геморроились, вот это вот. О, это мое. Ой-ой, я что-то... Я перепутал с этими, с дробовичными патронами, ладно. Отдай. Снайперка, вот умничка какая. Да пошел ты в жопу. О, яйцо. Тебе яиц не хватает? А ну да, ты же баба, ты же безъяичное существо. Ой, еще автоматный, это вообще прекрасно. Так, еще перезаряжаемся. Так, всё, давай-ка. Полный боезапас, 90 патронов в автомате. Я тебе читер, блин. Я вижу, что у тебя 90 патронов. У меня столько в дробовике нет. У меня бы столько в дробовике. Ага, хотя нет. Правильно. Хотя у меня в пистолете, это смотри, так, в пистолете у меня, так. Смотри. Вазы тоже ломай, не забывай. Я ломаю вот все здесь. Ты там сзади, если что... Все ломаешь. Нет, браконьерами, да, мы сейчас с тобой будем, я не спорю. Так. Смотри, в дробовике патронов. 10 и 10 просто. В итоге 20. Великий математик нас. 10 и 10 равно 20. Так, ну вроде как так, бы. Погоди, а пластину надо найти. Да пластина вон там. Так пойдем. Так давай, подкидывай меня, ты должен здесь встать, вы нажать от меня. Да я в курсе, на. Я там буду сейчас снайперить, а ты будешь снайперить. Мадам, запрыгивайте. Я буду сейчас снайперить, а ты будешь... Да блин, ты не спойлери, япона мать. Люди смотрят не для спойлеров. Вот это аборигены. Мы разозлили аборигенов.
Курица, смотри. Это нехорошо, это нехорошо. Так, чё, я прицелился, я сейчас буду стрелять. Минус один. Минус второй рядом с тобой. Блин. Я ему голову отшиб, почему он еще живой? Маска. Да не, у него реально головы нет, ему прям голову бьют. Все вроде, да? Да, да, ну пока да. Но что-то у нас же... ничего не заканчивается. Ну что, как же хорошо, когда есть снайпер, да? Ну, ну скажи это, мне будет приятно. А, я тебя за зомбака посчитал. Ядрёно, но гидрит. Слушай, хороший пистолет. Мощный, да. Отойди немножко, чтобы не на меня заходили, я сейчас отходил вот так. Видишь, они на тебя выходят, им очень больно. Он взорвётся, уйди от него! Если бы. Отойди, 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 сейчас ему в ногу. Им в ноги надо стрелять, чувак. И вот так. Чтобы тварь умирала. Ай, иду, 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 не знаю, как тебе помочь. Так, я вообще-то дальний, ты дед мой. Так. Шикарно. Так, стоп. Слева, слева, слева поезд. Все, я могу. Шикарно. Прикрой, придержусь. Так, а чё? Пистолетная. Пистолетный, иди сюда, вот здесь пистолетный подбери. Где я стою, да. Еще вот здесь. Так. А ты там еще кого-то укокошил? Ну, я же сидел слева. Но это еще не трэш, трэш будет дальше. Тут снайперские у меня кончились почти что. Так, ну, держи с автомата. Ты лучше с автомата сейчас фигачил, серьезно. Давай, давай, автомат мне. У тебя есть? Нет, нету. Поехали. Ну, ладно. А, яйцо это же схавать можно, точно, это же ХП. Стой, а, дай я тебе яйцом подхилю. Да, а, ну, зачем? Мне норм. Так, на, съешь яйцо. Схавай, у тебя реально побольше. Побольше. Ладно, ладно, ладно. Яичницу, яйцо белое. Оно бывает с коричневое, давай ешь. Так. Ну, разбил такого колена. Так, а чё нет? Готов? Да. Поехали, женщина. Все, здоровяком. Нет, пока с пистолетом, потому что сейчас я чувствую, у нас вот я помню, что у нас где-то будет весело здесь. Так, давай, 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 давай. Топи, топи, топи. Вот ты кривожопа. Там как-то у нас так, нас бомбят. Да. Так, это не я. Я только понять не могу, откуда просто. Где вход, а вот. Секунда. Секунду? И у меня телефон сдох. Секунду? Так, да-да-да-да-да. Сейчас, подожди. Я отвечу. Непрофессионально. Да, я покатаюсь. Катушки. Дико прошу прощения, но домашнего телефона никак не избежать. Он всегда есть и всегда будет есть. Что за подстава? Да, я все, ты гони, гони, гони. Блин. Причем самое интересное, что позвонили не мне. Что самое-то обидно. Так, давай, 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 топи. Так, контрольная почка. Ой-ой-ой-ой-ой. Я помню, я помню, я помню. Погнали. Ран. Чем больше муран, тем быстрее же опасность. Валим, 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 бери автомат в руки. Да мне и так он покажет. Он там пщикает уже. Иди. Он уже пщикает, давай быстрее. Быстрее. Бегай, главное. Я бегаю, надо пщ. Ой, там пщ, пщ там. Там пщ. Оно меня схватило, оно меня убило. Ваша партнерша погибла. Продолжить? Так ты не приближайся к нему вообще, я увернулся, кстати. Ты защити... Я нажал да. А, да? Подожди, не, подожди, отмени.
Так зачем? Ну, у нас тут два бриллианта, продать, купить патронов. А, ну да, давай. Под захуп. Хотя, не надо. У нас все есть. Пока оставим деньги, все, давай, готов просто. Ну, блин, я уже продал один. Алмаз, круглый. Так, давай, а вообще продать все нафиг. Продать все сокровища, да, продать. Продано. Ну, туда я продам. Так, продать все. Да, продать. Так, а как назад-то, я забыл. А, вот. Ты готов? Да, готов, давай. Выйти, да, выйти, что нет. Так. Блин, это вообще не есть хорошо. Надо бежать и надо знать, куда бежать. Надо бегать, вон оно уже идет, я от него убегаю. Оно не идет, оно плывет. Ну, мне пофиг. Второе, это третье. Ну, в прошлый раз тоже дохли, нам можно. Ой, я нашел куда, давай за мной. Давай. Еще один. Ара, ты чё? Лестница, я залазил на нее. Давай. Как залезть-то? Давай, лезь. Так. Я вот когда вот сейчас мы побежали, там, короче, крокодайл был, я давай отбиваться с дробовика. А чё бы и нет? Трава красная. Пошли вон нафиг. Психи ненормальные. У меня на яйцо нет этого. Места? Да. Я возьму. Не скомбинирует ни с чем, ёб твою мать. А чё? А, у меня две красных травы, слушай. Как обидно. Идёшь ты, красная трава. Красная трава. Там красная земля так-то. Да, я знаю эту песню. Ты чё, во мне появился-то? Он сзади залез. Дэй? Да. Деньги, бриллианты. О, как я нашел. Пости на ящера. Там что-то ещё твоё. Так, у нас уже их две. Мы с тобой вандалы такие дикие вообще. Пришли в чью-то деревню, расхреначили все к чертям, еще и удивляемся, почему нас убить хотят. Я бы тоже, в принципе. Так, ну что, готов спрыгивать? Подожди. Синхронное сбежение. Ты уверен, что у нас все здесь? Да. Погнали. Галина, Бланка, Буль-Буль. Бриллиант. Я еще успеваю бриллианты подбирать. Беги просто и беги. Я походу... Беги, лес, беги. Я походу, короче... Нет, перезаряжаться даже тоже на ходу нельзя. Просто беги. Ты иди, идиот! Я забыл, что это пятый резидент, что здесь нельзя на ходу все делать. Нормально. Терпимо. Давай еще раз. Никто ничего не видел, все забыли, короче. Блин, заново туда бежать. Будь тут, короче, я сам сбегаю. Не круто. Там могут пистолетные патроны. Блин. Нормально, я тут оббегаю, пытаюсь вернуться, а он напрямик тупой, бежит, типа, привет, крокодил, блин. Нормально. Где нафиг, я первый должен. Я иду на лапе. Шикарно. Кир такой медленный. Нормально. Фух. Ты же такой момент пропустил, там зомби просто джигу-дригу станцевал, ты... Бывает. Смотрел. Ты не заснял, ты уже нехорош. Да вообще. Так, я траву возьму. У меня под завязку. Я травку возьму. Молодец. Там красная. Ну, возьму. Ага. Ты мёртвый, да? Так, твои. Угу. Там это, пистолетный, по-моему. Я, автомат. Не, вон, ты, где я убил, за окном. А, у меня под завязку. 113. Ну ладно.
Так, я сплюнул. Вперед. Мама, он уже здесь. Так. Иди. Иди, Форест. Не перезаряжайся. Просто беги. Я помню, помню. Я помню чудное мгновение. Передо мной явился Крок. Это, конечно, дикое неудобство. Давай, поехали. Давай, давай сразу на задний, на задний, да, съездим. Топи, топи, топи. Да подожди, тут как-то мины еще бывают. Ловушка. Надо давай попасть напрямую, как обычно. Так. Чё, пристани не будет? Надя, я ищу её. А, вон. Вон, 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 стоп. Ну, в этот раз лучше, кстати. Мы с тобой когда... за кадром было, тогда вообще хард. Сколько? Раз пять, наверное. Да, да, да. О, снайперские, супер. Как, ты в доме там? Со мной нет. Ой-ой-ой. Так, меня где-то в доме. Где ты? Там, по-моему, с ним просто бегаешь, да? Развлекаешь. Я нашел. А, сволочи на меня, да, оставил? Ну, я тут тоже не один был. Так, твое. Быстрее, дура! Чё там у тебя? Перезаряжается всё... долго. Все печально? Да. Ну только печально, что у меня их тут дофига. Мне нужны твои патроны пистолетные. Тут твои лежат. Я знаю, но я не успеваю их подбирать. Так вон там сверху. Тут у меня перестрелка такая. Иди сюда, я тебе дам твои дробовичные. И возьми свои, стань шевелись. Что они, даже не думай шевелиться. Так, на дать. Убирай. Шикарно. Так. Там еще мы это, и там еще добавичные были, по-моему. Где там? Сейчас тебе подведут мне. Ща, подожди. Парапапарарурита. Подобрал, да, уже? Да. А щит что не тронул? Там могло было быть что-нибудь. А, ну да, хватай его. В щите. Вон еще у ваза. Нас, в принципе, все, кстати. Вот и ваза. О. Да, это мне. Это зеленая. Я знаю, но я объединю зеленое с красным. Так так, блин. Идем вот так. Нужно что-то выкинуть. А зачем выкидывать? Нужно просто перезарядиться и все. А да, я объединю. Так я сейчас объединю уже. Не, дай мне, я объединю. А у тебя нету, да? Манда. То есть, если я забираю, тебе не дается? Давай, мне сюда. Подожди. Я тебе скомбинированную. Забрали. Я тебе скомбинированную дам. Да, ты достал. Зачем мне скомбинировать, если меня скомбинировать нужно было? Ты идиотина. Так лучше. На, тут тебе вот такой. Ах ты, зараза. Так, а куда нам? Подожди, я заблудился. Нам вот сюда. К лодке так-то. Ты там все собрал, кстати? Да. А моих там не было? Контр. Все нормально, поехали. Поехали, сейчас вот будет жопа, по-моему. Нет, не сейчас, вот в конце, по-моему. Вот где вот контр-точка будет. Где КТ.
Ну да, действительно, чё бы нет-то. Джига-джига, говорит. Давай, подстреливай. Во, давай. Так. Так, давай-ка с тобой поменяемся лучше, а? Я за снайпы их сейчас поснимаю. Да, давай, все... давай, давай, давай. Давай, В. Давай, давай, давай. Быстрее, ну, быстрее, 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 быстрее. Так, главное сейчас не шевелись. Нет, все, остановись, остановись, не шевелись. Да блин, да не поворачивай ты. Она автоматически уже отпустил. Но... Плюс один. Приближаем еще одному. Я бы не промахнулся почему-то. Вот так вот, трупик. Сижу такой спокойный. Ты же труп? Да, там где-то еще на башне был, да? На башню меня подвези. Да, вот прямо, 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 езжай. Правее. Правее. Еще правее. О, стоп, 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 стоп. И назад. Еще назад. Оп, стоп, стоп, стоп. Готово? Да, меняемся. Так, открыто. Может нам просто не меняться и не париться? Ну видишь, я вожу быстрее и интереснее тебя. Чуть не врезаюсь, то я помню, как ты нас смотришь. Помнишь, ты инстантов? Которых я сейчас давлю. Давай, давай, давай. Все. Налево. А сейчас сделаю. Готов? Это невозможно, да? Когда я снайпу перезаряжу сначала. Жди, что тут? А, подсвечу, где ты находишься. Ну? Ну, нагнул. Так. Это мне не кажется хорошей идеей. А с тобой когда-нибудь другие бывали? Mm-mm. Гидрён он гидрит. Не стреляй с меня в лука, в меня с лука. С меня лука. Давай, давай, давай. Бегим, бегим. Куда уже убежал ты? Я просто по тропинке. Угу, я там воюю нафиг. Просто кинул на произвол судьбы. Кого, мои? Так, это мои не подобрал? Нет. Нет. Молодец. Только да, свои. Все домики. Все домики, все интересненькие. Ну, тебе. Блин. Мне... Да я даже не трогай. Красные они не всегда нужны. Нет, мне нужна бы желательно. Так. Какие ужасные звуки. Да, мне приходится периодически выключать микро. Потому что. Ну ты-то, наверное, не слышишь, а я-то слышу. И у меня будет слышно, скорее всего. Так что сори всем. Да, они все слышны. Они все поймут. Да, я думаю. О! Еще пистолет, ну да вы издеваетесь. Да? На снайпер подайте мне, а. На снайпу и на автомат. Еще у нас пистолет, да вы идиоты, блин. А может я с ним еще гонять? Так, погоди. Нету. Вот это зашибись. Вот это круто. А могу я? Нет. А могу я? Да кто там гавкает? Это ты что ли? Нет. Еще пистолет мне. Так, у меня под завязку. Сложная музыка. Это нехорошо. Погоди, надо вот так вот. Ты вот зачем это сделала? Что я сделал? Ты... А, уйди от меня, говно. Нормально так вообще. Умри. Кто умришь уже? Веселишься без меня? Ой-о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 й
Я помню это место. На тебя с ноги. Опять колено. На тебя с ноги. Опять колено. На тебя с ноги. Опять колено. На тебя с ноги. Ты меня достал уже, братиш. Ну, Серен, ты будешь меня? Да возьми что-нибудь помощнее. Он бессмертный какой-то. Я же забыл, они же в масках вот эти. Большими масками, они бессмертные. Ой-ой-ой-ой-ой. Да стой, ты не шевелись. Умирай. Да умришь ты уже наконец. Очередью. Ой, ядрит, моя фига. Колено эко. Эко. Колено эко. Так и колбась. Готово. Ты издеваешься? А, все? Подожди, тут у нас. Чё, у нас тут много всякого разного, наверное. Шикарно. Твое. Спину, спину. Сзади. Сзади. Убил. Так сзади, ты там. Ну, маленький, а не пупа. Угу, именно. А вас Штирлиц, его прошу остаться, да? Так, ладно, мне нужны патроны, чего. Так, подожди. О, снайпер, замечательно. Почему я автомат не могу подобрать? Подожди, использовать. Подожди. Отойди, граната. Я в курсе. Так нет, у тебя то взрывающиеся, а у меня то светошумовые. Зажигалку? Не, у меня светошумовые. Ладно. Колено ему и убивай. Говно. Пистолета в колено и убил. Я другими займусь. На, тебе. Шикарен вообще. Отдай. А дай снайпер. Это картечь. Снайпа. Это картечь была. Что-то плохо. Так, чувак, мы прям кончаться начинаем. Давай быстрее к точке уже. Давай. Ага. Как бы не так. Открыть. Нам ничего-то, нам всех надо просто. Нам не, нам не ухайдокать. Просто. Нам нужно что-то замутить тут. Я, в принципе, не помню, что, но... Ну это как в этом сейчас было. На катере. Опять пистолет, его автомат начал. Шикарно. Ща. Так, 90 есть. Наверх. И там, кстати, револьвер, по-моему, валяется у того мужика. Да? Пацана, да. Да-да-да, там револьвер. Убери. Ща, да, погоди. Ты не сможешь, конечно. Где ты? А вон у пацана внизу. Так, подожди, стоп, я тебе вот сейчас, подожди, у меня к тебе подарок. Снайперский. Подойди. Ты где? Подойди ко мне, быстрей. Где? Да быстрей! Так на ку нажми, увидишь. Ну давай. Ну, ну подбирай себе. Шикарно. Он мощный, смотри. Я в курсе. Ну, да в нем бедово вообще. Так, ну все, давай, побежали. Так, ну нам не наверх, ну потом ничего. Нету. О, вот сюда, здесь смотри, какой вкусняшек. Че вообще? Куча. Денежки. Ну это тоже неплохо. Наверх. Во, нужно вот открыть. Так, давай ты открывай, я буду покрывать, если что. Вдруг какие-нибудь говнюки плавают, че. Давай, маленький лямик. Получается сейчас мост, да, поднимаешь? Да. Ох, молодец. Так давайте по-быстрому прям ран сделаем. Ага, понятно. Че, он падает? Да. Иди. Давай, давай, есть что, я потом там подниму. Ну, держи. Так держу. Как? Нам держать не надо, просто клаву отпускаешься.
А вот если я нажму F. Так, я неправильно бегу, а во, нашел. Да вон там, видно же. Все, ну, пускай. Уверен? Да, я уже перешел. Мне бы знать, как к тебе пробраться. Сейчас, подожди. Змея! Ну, давай быстрее, я нашел где. Давай. Еще змея! Да они особо не страшные. Ага. Только те были маленькие, а эти большие. Ага. Как питонище такое, знаешь. Так. Так, ну чё, я как бы... А чё? Ну, где? Понятно. Здесь нажать-то, ну, надо. Здесь... Да вот. Где посмотри вон? На меня, Ку, нажми. Я вижу тебя как ну, бы. Ну, так ты по прямой, ты вот. Дверь надо. Ну. Точно. Ну давай, прям ладно. Ты как великая птица, тупик просто. Открывай, все, что ты. Так открывай. На тебе с ноги. Ах ты зараза. Больно, между прочим. Оп, стоп. Не-не, там еще что-то было в домике. Да-да-да, и как смотри. Да тут много чего, слушай. Да? У меня тоже. Снайперские. А, денежки. Ну это... Так, ну это ты подбирай, подбирай. А, еще денежки. Как ты залез? А. Маленькая не купа. Так. Угу. Да-да-да, пропустись. Он снимает, мне это читать не обязательно. Так. Нифига себе. Я пока семечки погрузу. Че так много-то? Там реально много. Там куча. Я нашел, куда нам дальше. Супер. Только там стрёмно. Я туда один не пойду. Блин, да вы издеваетесь. Просто пролистай и все, мы время реально тратим. Ребята, если заходят, поставят на паузу и почитают. Так мне самому это, блин, это сюжет вообще-то, если ты не знал. Мой сюжет помогать тебе убивать зомби, все. Ну, а мне сюжет интересен. Нифига себе. Крики хватит, хочу убивать, да? Да, там вообще трэш. А, ну что, пойдем за мной. Там, короче, все плохо было, я понял. Но по-другому быть не могло. Ну сейчас в пещеру идем, там вообще будет все ужасно. О, моё. Отдай, сволочь! Жучара. Ты ж, ты маленькая не попала. А, нельзя. Тогда сделаем так. Ну, нет, я далеко просто. Держи, у тебя нет места. Обмен. Соглашайся. Давай. Ну, соглашайся. Ну? Так соглашайся. Вот и тормоз. Ну, попросить. Говорю же, соглашайся. Нет, вот это. Все. Давай за мной на F-ку. Так, подожди, еще посмотрим. Оу. В пещеру я не хочу идти. А там ничего такого. Там вот только вкусняшка и все. Тут лифт. Оу. Древнегреческий. Пойдем. Так, подожди. Че, ехать? Подожди. Без меня, что ли? Так. Почему древнегреческий, кстати? Фуникулер. Это так, веревочная дорога, знаешь. Фуникулер. Воу! Слушай, шикарно, так здесь и закончим тогда, да, наверное? Да. Да, все, всем пока. Слушай, быстро. Тимон. Да, в принципе, все было круто и шикарно. Воу! Мы почему с тобой плохо сюда проходили? У меня был пистолет, у тебя был пистолет, у меня это не... да. У тебя непонятное оружие. Сейчас у нас все равномерно. Сейчас у нас все, мы поняли, как что. Ну, тогда escape, я думаю. И... А зачем? А, enter? Ну давай, так следующий сейчас пойдет. Там сейчас немножко, как его, в инвентаре сейчас пару шурудим. А, ну да. И попрощаемся. Сделаем перерывчик небольшой, думаю. А ты решай, какой тебе пистолет лучше. А я оба оставлены. Да ты продай один, потому что место нужно.
Для него же тоже пистолетные другие нужны, не такие же. Так не такие же. Вот. То есть тебе нужно будет освобождать. Да, так знать бы, что это. Это магнум. О, сокровище, так. Ну да продать за 4000, конечно, так, ничего. Ну, нет, я тогда сделаю тоже вот так. Оставим за 2000 продадим. И два сердца. За 6000. Что, доктор? Придет. Ну, два сердца. А, еще и этот кристальчик нужно дать. 19 косариков есть. Слушай, неплохо. Вообще шикарно. Продам, наверное, вот эту траву. Продам. Так, а я посмотрю, что еще нам открыто. Ой, да смотри, как я закашлялся, а. 28 у меня, прикинь. Так, снайпай, СВД. Так. Пистолет. О, шокер, можешь купить все-таки, я ради прикола. Да, не, она фигня на самом деле. А ты откуда знаешь? Так мы пробовали. Я не помню, что мы пробовали. Ну, мы пробовали, ты сам сказал, что фигня, ты сам пробовал. Так. А я все-таки попробую купить, ну ради прикола. Ну, а ладно. Ребята потом заценят. Типа как нормально было. Так. Ребят, вы же оцените? Само собой. Снайпер. Улучшить снайперскую винтовку. Улучшу-ка я ей емкость. Все, емкость пополнена на максимум, короче. Так. И мощность моя на максимальную. Прикинь. Так, шикарно. Все, теперь у меня реально мощная. Слушай, а мы с тобой просто ничего особо не... Мы все выкидываем, серьезно. Со стандартом ходим. Заметил? Так, вот да. Тройка. Так, ну чё, что ж, можешь. Жди. Надо еще улучшать. Окей. Вот теперь автомат. Может быть. Снайпад у меня по полной уже улучшено. Вот автомату нужно мощности, реально. А мощности. У меня все, в принципе, я готов. Потому что он не ахти, если честно. Так. Ну я, в принципе, все закончил, так что... Стольник, понимаешь, 100 патронов в автомате. Я вижу. Ядрёно ложь. Шикарно. Так. И мощь улучшил. Все, у меня все как бы улучшено. Я не знаю, что делать. Денег нету, в принципе, но все улучшено. Сейчас давай сделаем небольшой перерыв, буквально я схожу чайку выпью и продолжим. Да, все. Все. А мы попрощались, нет? Да, все, врубаю. А, ну